Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Я не собиралась сегодня снимать, а потом думаю, почему бы и нет. Я очень сильно соскучилась, у меня был вынужденный перерыв, я решала свои личные какие-то дела, отдыхала, были детские новогодние каникулы, у меня была мама, куча праздников, которые мы провели в узком семейном кругу. И я так просто открыла свой туалетный столик и подумала, что надо сначала подвести косметические итоги прошлого года для того, чтобы рассказать вам о чем-то новом, что я уже приготовила для вас. И давайте сегодня у нас с вами будут косметические фавориты года. У нас, правда, за окном очень яркое солнце, мне некуда буквально спрятаться в доме. Надеюсь, что оно нам не будет мешать. Солнечные дни зимой в Кракове не так часто бывают. У нас за бортом минус 15,5 градусов. Я в полном шоке, никуда не хочется высовываться. У меня есть свободное время, которое я хотела бы провести с вами. Так что поехали с косметическими фаворитами прошлого года, которые остаются со мной в 2024 году. А давайте так нестандартно начнем с туши для ресниц. В прошлом году я открыла для себя коричневые туши, и вот это мне понравилось больше всего. Это Эвелайн, линейка Варьете. У нее в каком-то плане классическая такая силиконовая щеточка, она очень удобная, хорошо прокрашивает ресницы от корней и до самих кончиков. У нее глубокий, насыщенный такой шоколадный цвет. И я не говорила о том, что у меня там коричневая тушь, но вы продолжали спрашивать, а чем же накрашены мои ресницы. Она смотрится как-то чуть более нежно на глазах, и конкретно для моего типа внешности, мне кажется, что это даже более подходящий вариант, особенно на каждый день. Она у меня не размазывается, не отпечатывается, у нее приятная кремовая формула, и она также хорошо держит изгиб, удлиняет реснички, придает им объем. Полнейший восторг. Если вы хотели бы попробовать коричневую тушь, то вот это настоящая находка, которую куплю повторно очень-очень много раз. Вторая тушь уже черная. У нее тоже силиконовая щеточка. Это бренд Catrice. Я ее покупала несколько раз. Называется она Glam & Doll False Lashes. И здесь уже не такая силиконовая щеточка, она в виде ложки, и она как будто еще лучше подкручивает реснички. Если вы пользуетесь керлером, то она хорошо фиксирует все это дело, и вот сегодня я ею накрасилась, она уже подсыхает, и я тоже побегу за ней снова в магазин. Она очень хорошая, тоже кремовая формула. Если пользоваться супер жирным кремом под глаза или консилером, то, возможно, она немножечко размажется где-то там в уголке глаза, но я использую масло под глаза, потом фиксирую макияж, например, при помощи прозрачной пудры, и отпечатывания как такового я не наблюдаю. В целом я очень довольна этой тушью, и никаких вопросов она мне не вызывает. Она делает грандиозные ресницы. Средства для бровей. И здесь хотелось бы отметить гели для бровей со сверхсильной фиксацией. Первый от бренда Clarisse. Это польский бренд. Его без проблем можно найти онлайн или в польской стационарной сети под названием Hebe. Стоит он буквально копейки. Пахнет немножко клеем. Но меня это не смущает, я там такие средства особо не нюхаю, когда наношу их на брови, фиксирует их намертво, удобная щеточка, и это то, что, вот знаете, приглаживает и буквально приклеивает волоски, гель прозрачный, он высыхает, с ним не нужно борщить, как с каждым средством такого типа, и тогда у вас не будет белого налета. И это тот гель, который исчезает с ваших бровей только тогда, когда вы решаете смыть ваш макияж. Также мне понравился гель для бровей от бренда Hean, называется он Lamination Brow Gel. Здесь силиконовая щеточка. Мне хотелось бы, чтобы зубчики были расположены чуть более густо, но это лишь мои предпочтения. Гель справляется на отлично с фиксацией, и все то же самое, что я сказала ранее о предыдущем геле, можно применить и к этому. Просто выбирайте тот, который доступен у вас, который вам больше подходит по цене или на какой из них есть акция. Ну, тоже немножко пахнет
клеем. Ну, кстати, нет, вот это тот Клареса, так называется гель, а этот делает эффект ламинирования, но ламинирование больше как будто смягчает волоски и их проще укладывать. Но речь идет именно об эффекте, вы знаете, когда вам укладывают волоски во время ламинации, во время самой процедуры, вы можете зачесать брови с вот этими гелями хоть в противоположном направлении. Я много раз показывала, как я пользуюсь такими средствами, не просто наносим, а там или вот этой частью кисточки, например, приглаживаете, или же пальчиком. Они прилипают и держатся роскошно. Консилеры. У меня их два. Первый из них — это Max Factor. В любой непонятной ситуации, когда хочется такого от легкого к среднему покрытия, не перегружать область под глазами, даже не забирать у нее вот это увлажнение, которое нам уже дал крем, а наоборот усилить его, я выбираю этот консилер. Он у меня в оттенке 2, и для меня это скорее зимний вариант, когда я загораю после моря, например, он не светловат. Но сейчас, вот сегодня я им накрашена, он очень комфортно ощущается под глазами, немножко подсвечивает эту область. И единственное, что меня напрягает, это упаковка. Она изначально выглядела так, и вот эта губка, ее могло бы и не быть. Просто тюбик меня бы удовлетворил. Сам по себе консилер невероятно хорош, и он подойдет как молодой коже, так и зрелой, что немало важно. Второй консилер из категории поплотнее, это бренд Elf. Он перекрывает так же, как Tarte, но не пересушивает область под глазами. Он скроет заметную синеву, какую-то усталость. Если вы собираетесь на мероприятие, на него тоже можно рассчитывать, потому что он еще и стойкий. Единственная проблема для меня лично состоит в том, что у нас не продается этот бренд стационарно, и мне приходится онлайн как-то подбирать оттенки. И если с летним все окей, то на зиму я пока что не определилась, какой же мне подойдет. Если вы знаете, что была легкая такая или персиковинка, или желтинка, но чтобы он не был темным. И мой летний оттенок, который я так хорошо попользовала, называется Light Sand. И он, конечно, будет заметен, девочки. Если распределить его губкой и зафиксировать пудрой, все будет держаться окей. Но имейте в виду, что это не легкое перышко незаметное, которая не будет видно невооруженным взглядом, это действительно такое среднее к плотному покрытию, но его можно дозировать. Тени для век. Мой абсолютный фаворит на любое время года, на любой случай. Это палетка от бренда Evelyn. Возможно, она была тоже в прошлом году фаворитом года. Я не уверена, но она точно заслуживает места здесь, потому что я ее использовала и в хвост, и в гриву. Здесь настолько универсальные и не слишком теплые, вот не рыжие цвета. Она скорее вот такая нейтральная, да, здесь шоколадный с таким вкраплением красного. Но вот этой палеткой у меня получались самые удачные макияжи на каждый день и на выход. И когда мне хотелось добавить шоколадную стрелочку, и когда сделать чуть ли не арабский макияж, она супер универсальная. Здесь есть и матовые, и сияющие оттенки. Единственный цвет, которым я не пользуюсь, это вот этот холодный стальной. Просто он, ну вот по настроению, мне как-то очень редко подходил, и пользовалась я им от силы, наверное, раза два. Ну а все остальные у меня в регулярном использовании, и большая часть макияжей была выполнена этой палеткой. Даже когда мне хотелось просто подчеркнуть складку века, я тыкала кисточкой именно в нее. Хорошие матовые цвета, темный, насыщенный, можно сделать и минимальный какой-то макияж, и что-то более нарядное, очень красивый оливковый цвет с сиянием, и то, что нужно для складки века, для углубления цвета, сияшка, вот этот матовый, такой бежевый, наверное, но он с желтым подтоном, я иногда использую даже в уголок глаза, когда не хочется чрезмерного сияния или такого, как сегодня. Очень крутая, называется она But Why Not. Там есть еще и более холодная в этой коллекции, и розовая, они тоже хороши, но вот это прям мое-мое. Следующая палетка — это Catrice.
девочки, это уже холодный вариант. Хотя, вы знаете, она тоже такая на грани с нейтральным, потому что сегодня я использовала тени из этой палетки. Я не могу сказать, что у меня прям сильно холодный макияж. Солнце, конечно, меня немножко сегодня, с одной стороны, порадовало, а с другой стороны, усложняет мне жизнь. Но, сори, где-то там будет проскакивать, где-то от жалюзи будет тень на мне. Надеюсь, вы мне это простите. Надо как-то снова вливаться в съемку, и я уже не хочу откладывать это на очередные несколько дней. Значит так, палетка нюдовая. Кстати, купила еще и поярче из этой же коллекции, но пока что мы с ней знакомимся. Палетка супер удачная. Здесь мягкие, насыщенные тени. Есть и нейтральные цвета, опять же, и сияшки. Они очень просто растушевываются. Я знаю, что многие из вас купили ее. Здесь также есть золото. Можно смешивать тени друг с другом и создавать очень красивые макияжи. Я постараюсь вставлять какие-то части видео, где на мне будет то или иное средство, если у меня хватит терпения. Но тоже во многих видео я была накрашена этой палеткой, и, конечно же, вне камеры я пользовалась ею. Это не только для того, чтобы показать вам, рассказать, как-то покрасоваться. Нет, это действительно для меня такой вариант, на который я всегда могу рассчитывать. И тоже вот этим темным цветом, хоть он и не кажется таким супер насыщенным, я могла нарисовать стрелки и сделать макияж, который к некоторым из вас нравится, кто-то критикует, но у меня бывает очень разное настроение, иногда хочется прям гулять, так гулять. Следующие тени уже из люксового сегмента. Это кремовые тени, даже можно сказать подложка от бренда Charlotte Tilbury, но у меня к ней смешанные чувства, если уж совсем по-честному, потому что если я наношу эти тени под названием Champagne без ничего и ничем их не притаптываю, не прибиваю, не фиксирую, если хотите, какой-то сияшкой, последующими именно сухими текстурами, то вот эта вещь безбожно скатывается, при том, что у меня редко что-то скатывается, но они такие красивые, они дают такое красивое шампанское свечение, такое очень элегантное, нежное, но при этом заметное и эффектное. За это мне они очень нравились, и я часто наносила их прям на все веко, и потом еще какой-то топер в цвет, и это была бомба. Вот макияж в стиле Victoria's Secret, какого-то гламура. И это тоже то, чем я пользуюсь, когда мне хочется прям супер сияния, какого-то легкого ежедневного гламура. Но имейте в виду, что если у вас жирные веки, то вполне вероятно, что они у вас катаются, раскатываются даже у меня. Следующие тени — это и база, и тени 2 в одном от польского бренда Glam Shop. Когда хотелось монохромного макияжа, чтобы просто был один цвет, такой слегка коричневый, но не темный, то брала их, в складку века что-то, и все, иногда поверх добавляла топер, потому что база, кремовые тени 2 в одном, она остается такой липковатой, и на нее хорошо приклеиваются последующие сухие текстуры и также прекрасно удерживаются. Мой оттенок соленая карамель, они уже потихоньку у меня заканчиваются, и мне приходится выгребать, но понравились они мне настолько, что я готова купить их вновь. Девочки, у меня к вам просьба. Я сейчас буду находиться в поиске чего-то нового для себя. Если вы хотели бы поделиться со мной вашими фаворитами, я буду искренне признательна. Особенно меня интересуют бронзеры, может быть, и люксовая категория, тональные кремы, что вот и средняя плотность покрытия, и увлажнение было, и какие-то румяна, средства для бровей, особенно не из категории гелей, а что-то типа маркер, вот такое. Потому что я пользуюсь одним и тем же, и я хотела бы открыть для себя еще что-то новое. Топперы. Топперы — это такие тени, в моем понимании, которые не особо имеют в себе пигмент, это больше сияние, это как смесь
такая фееричная блёста, которая очень красиво смотрится на глазах. Она буквально будет притягивать взгляды к вашим глазам, и никто не сможет отвести взгляд от вас, потому что это смотрится, с одной стороны, так легко, так современно. Это уже не перегруженные макияжи в стиле Анастасии Беверли Хиллз. Это нечто новое, это как новое дыхание в макияже, но тем не менее это смотрится также красиво, нарядно и в повседневной жизни, между прочим, тоже никак юги. Никак не делает ваш макияж, вот знаете, чересчур. Очень крутые, мне они нравятся, и то, что я приобрела достаточно давно, но почему-то редко о них рассказываю, это Армани. Оттенок то ли кварц, то ли что-то, я, в общем, выясню сама для себя и напишу вам. Это такой топпер, он как будто муссовый, что ли. И здесь есть розоватые блестки, особенно в холодное время года. Мне нравится, как это выглядит на глазах. Сегодня мне тоже хотелось такого морозного макияжа. Вот, но выбрала палетку от Catrice, эти тени тоже хороши. Топпер такой нейтральный, я бы сказала, даже универсальный, от бренда Sephora. Называется он Twinkle Twinkle, номер 362. Он очень часто распродан. На кого бы я его ни намазала, это всегда вау. Жалко, что праздники прошли, но я вам о нем рассказывала. Я думаю, что ничего нового в этих видео вы не увидите, но это то, что больше всего покорило мое косметическое сердечко. И один из самых красивых, такой в стиле Тома Форда, но не затирается, в стиле Шарлотты. Как же он сильно примагничивается к палетке. Это Glam Shop Turbo Pigment в оттенке Plus Splash. Я купила еще один. Девочки, это просто вообще разрыв всего, чего можно, потому что сияет он так, особенно когда ты наносишь его или на влажную базу, или же на какие-то тени вот кремовые, да, которые не застывают в ноль, как MAC Paint Pot, а лучше выбирать что-то вот такое, или ту же базу от The Balm, вот что-то такое, и тогда это эффект, который понравится не только вам, но и всем окружающим. На праздники хотите, на каждый день. Если вы визажист, то настоятельно рекомендую попробовать, вы будете в полном восторге. Будучи еще в категории теней, чуть не забыла сказать, это для меня тоже хороший вариант в какие-то поездки, знаете, когда хочется какую-то блестяшку, но чтобы не чересчур, и чтобы быстро пальцем намазал и побежал. Очень красивый оттенок от бренда MAC, Natural Flirt называется, линейка Extra Dimension. То есть это, ну, с одной стороны, классика тоже, да, но с другой это все-таки другая текстура, потому что они очень мягкие, они пигментированные, они без проблем наносятся пальцем. Так зачастую набираю, и они не темные. Это вот для беляночек тоже классно. И они тоже не подчеркивают текстуру века для возрастных девочек на заметку. Потому что не каждые, даже сатиновые тени, хорошо наносятся. Иногда они делают перегруз, и когда это сияние, может смотреться дешево, как говорится. Мы же с вами не об этом, поэтому выбираем правильные текстуры, правильные благородные оттенки. Это все как раз о тенях от MAC. Бронзер, который я как-то сначала, наверное, даже не особо оценила по достоинству, потому что я наносила его чересчур много, а сейчас, когда я взяла другую кисть, и получается такой легкий шлейф загара, очень приятный. Это бренд Catrice Sun Lover. Только это бронзер со свечением, с таким ненавязчивым. Он сегодня тоже на мне. Оттенок 010 Sun Kissed Bronze. Это вот такой мраморный бронзер, как печенька. Я вообще люблю бронзеры от Catrice, я должна сказать. И если вы такая холодная девушка, вот именно с холодным подтоном у вас кожа, с розоватым, да, то, возможно, он для вас будет тепловат. Но если нанести в умеренном количестве, то даже на вот таких белоснежках он будет выглядеть очень
уместно, только не борщите. А так для всех остальных это универсальный именно бронзер, который придает лицу свежесть, отдохнувший вид и легкое свечение без заметных блесток. Это то, чего мне сейчас очень сильно не хватает. Я бледная, как поганка, пора доставать свой автозагар. Прошлый год меня так прям ментально износило, можно так сказать. Так что в этом году в январе косметолог, все дела, и вообще макияж мой лучший друг, который помогает спасать ситуацию. Румяна. Вот румяна в макияже я буквально боготворю, потому что они преображают любой внешний вид. И открытие конца прошлого года я пользуюсь ими где-то, наверное, с сентября, если я не ошибаюсь, но они очень крутые. Я вообще люблю румяна от Dior, именно из этой коллекции Backstage. У меня в этом классическом цвете 01 уже стерлись все буковки. Универсальный оттенок. Вот если вам хочется чего-то интересного, чего-то с ноткой рябины, но чтобы... Нет, или ягоды, наверное, так. Вот советую оттенок 012. Тоже каким-то таким монохромным макияжем. Эти румяна отлично подходят, но они не светлые, не такие темные, как в упаковке, потому что я беру пушистую кисть, которая тоже интересует вас часто, это Алик, девочки, но она из натурального ворса. Постараюсь поискать вам ссылку, и когда наносишь так прозрачно, то они, конечно же, не такие, как в упаковке. И это румяна, которые придают тоже коже свечение, хотя в упаковке кажутся абсолютно матовыми. И тем не менее, есть в них какой-то такой сатиновый, очень легкий отблеск. Они не подчеркивают ни совершенство, ни ровную текстуру. И в целом эти румяна я обожаю и хотела бы купить еще несколько цветов, это невозможно остановить. Также я с удовольствием пользовалась кремовыми румянами, особенно в холодное время года или когда хочется сделать такой минималистичный макияж. Макияж без макияжа – это самое то. И один из таких классных оттенков – номер 3 от бренда Eveline. Это 4 в одном, вы можете его наносить и на губы, и на веки, но я наношу чаще всего именно на лицо. И оттенок чуть-чуть другой, чем вы сейчас видите в упаковке, но он делает такой супер фреш. У них есть еще и аналог румян от Rare Beauty под названием Hope, об этом я вам тоже рассказывала. Если же вы хотите что-то максимально универсальное и не персиковое, и не розовое, это румяна от бренда La Mer. Я их случайно купила в каком-то местном магазине, но без проблем можно найти онлайн. Хочу попробовать еще их хайлайтер. Так вот, эти румяна в оттенке 402 Pink Blossom, они и не яркие, и не рыжие, они его действительно омолаживают. Какое бы негативное значение не имело это слово, но действительно они вот прям, знаете, как будто... Ты наносишь их и спал на 5 часов дольше. Или там ты на 5 лет моложе. Очень классные. И они просто наносятся. Они супер пигментированные. Много не надо. И мне нравится их финиш. Потому что они не высыхают в ноль. Это не матовые румяна. И они вот красиво светятся. Как будто вы предварительно очень сильно увлажнили кожу. Просто с ними работать. Пальчиком, губкой, чем угодно можно растушевать. А с тональными кремами в этом году... Не знаю, я покупала, конечно же, новое, я пользовалась старыми любимцами, но у меня случился такой камбэк старых фаворитов. Это Armani Luminous Silk, у меня, конечно, будет разбег, вы сейчас улыбнетесь. Это тон, который чудесно будет выглядеть на комбинированной, на жирной коже. Если у вас очень сухая, то или хорошо нужно подготовить кожу, то есть сделать такую подложку под макияж супер увлажняющую. И я советую использовать не матирующую пудру, а какую-то сияющую, очень легкую. Я люблю подмешивать в этот тон еще что-то с супер увлажнением. Он дает среднюю плотность покрытия. Если у вас комбинированная жирная кожа, то на вас он будет смотреться просто
Вот так. Я также когда-то покупала базу увлажняющую Luminous Silk, и это был идеальный дуэт. Мне вообще очень хорошо подходит вся вот эта линейка. Вот если прям купить и базу, и тон, и пудру, и консилер, я знаю, что у меня получится мега результат. Пока что у меня только тон. Сейчас у меня оттенок 4,5, но мой идеальный зимний бледный – это номер 4. Он с таким тепловатым подтоном, но он не темный. Вообще у них очень хорошая именно цветовая гамма, и каждый может себе подобрать там и по насыщенности цвета, и по подтону. И вообще Армани – это моя огромная любовь. И когда есть что перекрывать, когда нужное увлажнение, потому что я пользовалась ретиноидами в этом году, я выбираю тон, если, допустим, мне в каком-то тональном креме не хватает увлажнения, я тоже добавляю капельку вот этого супербюджетного. Это Enough. И у меня версия Rich Gold Double Wear с SPF 50. Его, конечно же, можно нанести в минимальном количестве, тогда у вас просто получится красивый влажный финиш. Я уже настолько привыкла к его запаху, что я уже даже не знаю. Ну да, он пахнет достаточно интенсивно. Я просто уже привыкла, и я ценю его за другие какие-то качества. У меня от него нет высыпаний, все в порядке, но я просто тщательно, хорошо так смываю макияж, поэтому, наверное, это тоже имеет значение. Всем, кто предпочитает вот такой липкий и влажный финиш, вам вот сюда по адресу Enough, они в основном делают именно такие тональные средства, и мой оттенок 23, сейчас мне темноват, нужно заказать посветлее. Средства для губ. Их было достаточно много, но часть из них, наверное, уже даже успела закончиться. Начинаем с карандашей. Один из тех, который часто теряется в моих сумках, потому что я регулярно тащу его с собой, это карандаш от Evelyn. Линейка Варьете, гелевые, насыщенные, очень просто наносящиеся карандаши, которые еще и мега стойкие. Вот гелевые карандаши для губ — это вообще роскошь, потому что их не нужно поправлять, ими можно вообще закрасить все губы и просто добавить какой-то блеск, какие-то там помады, что пожелаете. У меня мой самый любимый оттенок 0,3, но вообще все они хорошо. Вот какие-то такие удачные, очень продуманные. Нюдовый оттенок 0,1, он не трупно-серый, а вот такой нейтральный, можно сказать. В нем есть несколько там грамм теплоты, но на губах это не смотрится как рыжий карандаш. Но если вы любите супер холодные, то это тоже не вариант. В любом случае присмотритесь, потому что карандаши огонь и стоят недорого. Они не в дереве, а типа как в пластике. И у меня одна единственная точилка есть для карандашей, без проблем справляется, я не знаю, почему возникают вопросы, чем я их точу? Не знаю. Одна точилка у меня. А специального какую-то я не покупала. И второй карандаш. Вот это прям, ну, нюд-нюд. Вот чтобы и не теплый, и не холодный. Вот в сам раз. Это, к сожалению, Charlotte Tilbury. Потому что это стоит, блин, дорого. Это оттенок Iconic Nude. Он скоро у меня уже потихоньку начнет заканчиваться. Это уже кремовый карандаш, но насыщенный, тоже хорошо скользит по губам. Заштриховать все губы или обвести контур — я зачастую обвожу только контур. И вот то, на что я готова тратиться прям из раза в раз, это карандаши от Charlotte Tilbury. Есть некоторые средства, знаете, типа люблю, но есть моменты, а карандаши для губ Pillow Talk и Iconic Nude, вот они прям стоят каждой копейки, хотя хотелось бы, чтобы они были чуть дешевле. Не стану скрывать. Из средств для губ, помимо карандашей, очень приятно запомнилось масло от NYX, которое, к сожалению, у меня закончилось. Много что закончилось, поэтому если что-то сильно хвалило в каких-то фаворитах или в пустых баночках, то так оно и есть. Просто вообще спонтанно снимаю и честно скажу, что не особо готовилась к этому ролику, поэтому сделайте мне небольшую скидку. Очень хотелось вернуться на канал. И масло вот это, оно такое не растекающееся, оно именно вязкое, в
хорошем смысле этого слова, и хорошо держится на губах, при этом ухаживает за ними. Также я без ума от масел для губ от Dior. У нас были супер скидки в Sephora, я купила кое-что другое, и самую дорогую в жизни помаду, которая меня не разочаровала, но об этом уже в этом году. Так вот, знаете, если бы нужно было купить какое-то масло для губ, которое сейчас в супер тренде, это однозначно было бы или Dior, или NYX. Видите, у вас как бы есть тоже вариативность. Можете выбрать подешевле или подороже, чтобы вообще познакомиться с такой текстурой. Не полупрозрачная на губах, супер приятная, вот на каждый день или с карандашиком, чтобы дополнить образ, это вообще огонь. Цветная матовая помада, это L'Oréal, она насыщенная, но она такая красивая и эффектная, когда только ресницы чуть меньше, чем сегодня, и вот эту помаду, уже макияж такой супер стильный. Оттенок у меня, девочки, 230, и это... Ну, можно сказать, классическая матовая помада, но она супер пигментированная, хорошо держится, и я очень часто пользовалась ею, особенно в осенне-зимнее время. Я люблю такие более яркие, около кораллово-красные цвета, вот так его можно назвать. И, девочки, напишите мне, какой у вас любимый оттенок из вот этих виниловых от Maybelline, потому что сама по себе текстура, но вот у меня ничего нет похожего, потому что это как по стойкости, да, как жидкая матовая помада, но при этом они с блеском. У меня оттенок такой персиковатый, 15 персиково-розовый. Пичи называется, но это как темный, более коралловый нюд, наверное. Так, тоже, когда вы знаете, что вы будете принимать пищу, или раз хочется накраситься, и вообще целый день не вспоминаете о помаде, стойкость супер. И тоже не сушит губы. Я не заметила, чтобы у меня была такая проблема. Из блесков для губ тоже мне прям очень сильно подошел блеск от Clarisse, потому что он пигментированный, как для блеска, он дает сияние, и это еще и красивый вот такой нейтральный нюд. Наверное, в нем чуть больше холодинки, но это кто что выбирает. Я не люблю рыжие нюдовые помады, это прям совсем не для меня. И оттенок у меня 10, вот такой. И когда я делаю акцент на глаза, то нюдовый карандаш, вот этот блеск, и всегда получалось... Вау, никто бы не подумал, что у меня помада, но я ее купила со скидкой, все равно за $2. Приятно, однако. Еще одна помада, это классическая кремовая помада, но она супер насыщенная, Estée Lauder, оттенок 260, вот такой яркий, и, например, даже к такому макияжу глаз, как у меня сегодня, добавляю эту помаду, сразу получается такая какая-то изюминка, ну, может, чуть менее... насыщенный нюд, чем сегодня, с вот такой помадой смотрится очень красиво, даже в повседневной жизни. Несмотря на то, что это кремовая текстура, она еще и хорошо удерживается в течение дня, особенно если взять, например, карандаш от Эвелайн, тогда вообще никаких вопросов, и она еще и не размазывается, при этом напитывает губы, ухаживает за ними, и в целом вот эта линейка от Estée Lauder мне прям, знаете, так по душе, потому что, с одной стороны, матовые помады — это удобно, но мне кажется, что мы уже уходим немножко в глянец, в какие-то такие блесковые текстуры. У вас нет такого впечатления? Мне кажется, из декоративной косметики это все. Во всяком случае, это то, что вот первым попалось под руку, и думаю, нет, это точно должно быть в видео о фаворитах. Но могла о чем-то забыть. Извините, тоже бывает. Переходим к уходу. То, что однозначно изменило мою уходовую рутину, начиная с августа, это Differin гель с действующим веществом адапален. Это ретиноид. Еще раз скажу, что нельзя беременным, планирующим беременность, кормящим. И это не для всех. Это не ретинол. Это ретиноид, который предназначен скорее для проблемной кожи, для склонной к забитым порам, к подкожникам глубоким, к акне и так далее. У меня есть отдельное видео, которое пользуется популярностью. Я рада быть полезной, хоть я и не часто снимаю на тему косметики.
Тем не менее, я вижу, что многим из вас оно пригодилось, много полезной информации, и я рада стараться для вас. Конечно, этот гель продиктовал всю мою уходовую рутину, и поэтому многое я пробовать не могла. В связи с этим гелем у меня также были и воспаления во время адаптации, поэтому нужно было это перетерпеть. И несмотря на то, что был наркоз вот у меня, и печень пострадала от огромного количества лекарств и антибиотиков и так далее, у меня вот с тех пор, как я начала пользоваться дифферином, у меня гораздо чище кожа, и ни разу не было такого, как раньше, вот что появляется забитая пора, ты ее мурыжишь там просто месяцами, не можешь избавиться, ты там ходишь к косметологу, тебе это прокалывают. Вообще не было ни разу такой истории. То есть могли появиться прыщи во время адаптации, могли быть какие-то другие проблемы со здоровьем, и тогда наша поджелудочная, гормоны и все остальное вылезает, но с этим гелем все проходило гораздо быстрее, не остаются постакне, и не было такого, что пора вот постоянно воспаляется и воспаляется, воспаляется, то есть там, ну, 3 дня максимум, наверное, в основном 2, если не было проблем со здоровьем. Прыщи эти проходят, не оставляя после себя следов. Это чудо-вещь, и я продолжаю свою ретиноидную терапию. Конечно же, весь год я пользовалась вот этим SPF-ом для лица. Это Beauty of Chosun. Очень классный и увлажняющий, но не перегружающий кожу, не выбеливающий. Он хорошо впитывается, дополнительно увлажняет и действительно защищает от солнца. Даже если я не успевала вовремя обновить, я ни разу с ним не сгорала, чтобы вот, знаете, вообще, чтобы как рак, да? То есть этот SPF работает, защищает от солнца, и поверх него еще и хорошо ложится макияж. Мало того, в супер жаркие дни я брала тоник SPF даже без крема, и этого увлажнения мне было достаточно. Он также создает хорошую подложку перед нанесением макияжа. Из умывания тоже хочется выделить средство для очищения кожи Beauty of Chosun. Я долго была привязана только к CeraVe, и как-то в этом году у меня было 2 умывалки, одна из них закончилась. Это средство для умывания, гель от бренда Sunday Riley. Это подешевле, но они достаточно близки. И как что-то не травмирующее кожу, особенно в холодное время года, Beauty of Chosun прям идеально или подороже Sunday Riley. Также большую часть этого года я использовала увлажняющий тоник без чего-то сверхъестественного от бренда G9 Skin. Ну, это как раз та необходимая мне база, которая удовлетворяла все потребности моей кожи. Это недорогое средство, плюс у него достаточно большой объем и также минимальный расход. Это как подготовительная база к последующим увлажняющим средствам, которые вы используете. И для того, чтобы успокоить кожу, напитать ее влагой, можно также использовать в несколько слоев в качестве маски. Я вот сейчас, знаете, он у меня заканчивается, я думаю, что купить такого? Надо почитать, что там интересного есть, но я сейчас не могу себе позволить перебарщивать с какими-то активными ингредиентами в составе, поэтому выбираю что-то такое нейтральное, но при этом, чтобы было окей. Это все, друзья мои, что я хотела вам сегодня показать и о чем рассказать. Я дико извиняюсь за тень от жалюзи, но я пряталась от солнца как могла и очень сильно соскучилась по съемке, по общению с вами, и у меня прям появилось такое внутреннее сильное желание сегодня снять видео. И мы с вами встречаемся совсем скоро и в других роликах. Жду ваших фаворитов. Для меня это всегда тоже какая-то доза вдохновения и тоже какие-то находки. Очень часто вы советуете прям то, что поселяется в списке моих фаворитов, поэтому буду ждать ваших рекомендаций. На видео на одном дыхании, мне даже не хочется с вами прощаться, но фавориты уже закончились, поэтому поболтаем с вами уже во влоге. Не забывайте поставить пальчик вверх, а мы с вами увидимся совсем скоро на моем канале. Пока-пока!